Йоу, всем привет, ребят. Сейчас я еду на секретную лыжную трассу посмотреть ее состояние. В Москве, 3-4 дня идут снегопады. И мне интересно, там же лес в этой местности. Как раз трасса проходит по лесу. И мне интересно, снег просыпал сквозь ветки. И готова ли эта лыжная трасса к тому, чтобы приезжать на нее кататься. Вот. Еще, ребят, хочу, пока еду, поделиться с вами нашими планами. Планами на зимние, так скажем, забавы, развлечения, сноубордические и лыжные покатушки. Значит, в начале января я уже забронировал, и мы едем в Сочи кататься на лыжах-сноубордах. Причем, значит, план такой, поехать в Сочи именно под конец зимних каникул, чтобы как раз пока там люди, мы будем отдыхать внизу, там на море. Вот. А потом, когда все разъедутся, мы будем уже ездить в горы. Это вот как раз начиная с 10 числа. И у нас там будет неделька таких вот покатушек горных. И наконец-таки мы все-таки разведаем, как там кататься. Потому что, три раза или четыре мы уже были в Сочи. То сезон, то не сезон, то вот эта хрень, которая сейчас модная, наступила, там все позакрывали. Вот, и никак не удавалось покататься. В прошлом году мы закрыли сезон, но это было на Красной Поляне, в цирке 2, но там очень маленькая зона катания была на тот момент. А вот сейчас интересно, как так полная зона катания, вообще какие-то впечатления от Розы Хутора, от Красной Поляны будут у нас вот как бы после, не знаю, достаточно длительное время я не катался в нормальных горах. Посмотрим, что как раз в Сочи предстоит. Вот, поедем мы как раз туда, поедем мы туда на машине. Будем ехать 2 дня, как всегда, потому что у нас вот это кресло, оно для Стефана уже установлено. И еще в планах по пути, когда мы переночуем в Ростове, я надеюсь, как обычно, заехать на источники. Тоже там поснимать, это не источники, да, минеральные источники, где плавают, там мы заезжали как-то раз туда. Но уже заедем в другое место. Вот. И хочу тоже там поснимать, как там будет, наверное, экшн-камеру возьму, поснимаю там, что там, да как там, чтобы было представление у вас, вот, как обстоят дела с источниками у нас на Кавказе. Ну вот, собственно говоря, такие планы. Сейчас буду уже подъезжать. И посмотрим, много там лыжников, немного. Ну, я думаю, штражущих уже там много, потому что сегодня суббота, и думаю, достаточно много народу будет на этой лыжной трассе секретной, даже сейчас, когда снега не так много. Вот, все, увидимся дальше. Вот, ребятки, доехал я. Сейчас дорожка вниз такая немножко будет по бетонным плитам. Правда, плит уже это и не чувствуется, вот этих под снегом. Вот. И я смотрю, есть там машинки какие-то. Ух, нифига себе, тут какие-то заборы понаставили. Что-то огородили тут. Класс. Много чего изменилось. По крайней мере, заборы есть теперь какие-то здесь. Вот, уже люди приехали. Сейчас я буду снимать дальше уже на улице. Кстати, с парковкой что-то... Куда мне танк припарковать? Сюда поставлю. Вот, ребят. Я уже на трассе. Уже детки приехали заниматься на лыжи. И вот, смотрите, все укатано. Снега дофигища просто здесь.
В общем, ребят, состояние трассы вообще шикарное. Снега полным-полном, такая большая достаточно подушка уже в лесу насыпала. Даже в лесу очень много снега просыпалось, поэтому все супер, кататься можно. Я, честно говоря, с одной стороны пожалел, что я лыжи-то не взял. Но с другой стороны, так я когда выезжал, мело, и в принципе я не очень-то и люблю, когда метет в рожу этот снег. Но тем не менее, я думаю, что погода будет, на неделе я приеду сюда, покатаюсь. В общем, зимний сезон, я считаю, открыт. Вот, поэтому всем го на лыжи. И встретимся с вами здесь, на лыжне. Все, пока. Чао.